Я не верила, что мы дошли. Мы очень долго шли, и мы были такие уставшие, что уже нет было и фотографироваться сил. Даже если это кажется, что это невозможно. Но ты возьми и сделай маленький шаг в этом направлении. Одна из самых важных вещей в альпинизме – вовремя поворачивать назад. Оказалось, что все будет легко и все просто. Оказывается, 7 тысяч почти просто не бывает. Все довольны, но все очень уставшие. Вот сейчас грузимся, прямо сейчас баулы, и собираемся домой и будем ехать. Охас де Салада оказалась гораздо сложнее, чем можно было подумать изначально. Непростое вышло восхождение. Очень многое зависит от команды, от командного духа. И все в этом путешествии состоялось. Всем большое спасибо и до новых встреч!